Herod Antipas. Ирод, который жил и правил на этой территории, это Ирод Антипа. He was appointed tetrarch of the regions of Galilee and Perea. Он был назначен тетрархом вот этой территории Галилеи и Переи. Now he had a long reign. Правил он достаточно долго. 43 years. 43 года. From 4 BC until AD 39. С 4 года до нашей эры до 39 года нашей эры. It covered the entire lifespan of Christ. Фактически этот период охватывал все время, всю жизнь Иисуса Христа. And beyond. И еще дальше даже. And we need to say that Antipas was Jesus' king. He was the king where Jesus for in Jesus' life. То есть, и можно сказать, что Антипа был царем и для Иисуса Христа, потому что когда был Иисус Христос, Антипа правил в той территории. Because Jesus was a Galilean. Потому что Иисус был из Галилеи. He grew up in Galilee. Он вырос в Галилее. Most of his public ministry took place in Galilee. Основная часть его служения проходила тоже в Галилее. Yet interestingly enough. He did not meet Antipas until the night before his crucifixion. Однако за все это время он не встречался с царем Антипой, только вот в утро перед своим распятием он встретился с ним впервые. Now of the three ruling sons of Herod the Great, Antipas is considered to be the most capable. А из трех сыновей, которые правили в Израиле после смерти Ирода, Ирод Антипа был наиболее способным. He was the most like his father. Он также был похож на своего отца. And although the Galileans tended to be even more resistant to the Roman presence, несмотря на то, что в Галилее сопротивление римскому присутствию было даже больше, than Judea, чем в Иудее, there was more stability in that region. Because of Antipas' long and generally capable rule. Однако на этой территории было больше стабильности именно благодаря политике Антипы. Now the land in the Jezreel Valley, just below the city of Nazareth, where Jesus spent his childhood. А вот эта территория в долине Изриель, это недалеко от того места, где Иисус Христос провел свое детство. Was much more fertile than the land in Judea. Была намного плодороднее, чем земля в Иудее. And so most of the people in Galilee were farmers. Поэтому очень многие люди в Галилее занимались сельским хозяйством. Like most rural small land owners without a great deal of contact with the outside world. А подобно вот любому деревенскому населению, то есть тем людям, которые являются собственниками небольшой территории земли и не соприкасаются с внешним миром. Most of the Galileans were fiercely independent. Так вот и галилеяне в основном всегда сражались за свою независимость. If you think the Judeans hated the Roman presence. А если мы с вами говорили о том, что иудеи ненавидели римское присутствие, the Galileans hated it even more. А то можно сказать, что жители Галилеи ненавидели это присутствие еще больше. But like his father Antipas, who is known in the New Testament simply as Herod. Но подобно своему отцу Антипа, хотя в Писании о нем говорится просто как об Ироде. Yeah, we need to distinguish him from the other Herods in the New Testament. Однако всегда нужно помнить о том, что нужно различать разных Иродов в Новом Завете. But like his father, Antipas was an enthusiastic builder. Подобно своему отцу, Антипа очень любил строить и делал это с большим энтузиазмом. His most enthusiastic building project. И один вот из его таких вот проектов, в который он вложил много сил. Was the city of Tiberias right on the Sea of Galilee? Это была постройка города Тивериады на Галилейском озере или Галилейском море. Before he built that city, his palace was in the city of Sepphoris, which was just right down the hill from Nazareth. Недалеко вот от Назарета располагался дворец Ирода Антипы до того, как он построил город Тивериаду. Sepphoris was a Roman city with much Roman influence. Это был римский город, и там ощущалось римское влияние. But Antipas wanted to build a new city for his palace. Но Антипа захотел построить новый город, чтобы в этом городе был царский дворец. And he named it after
Emperor Tiberius. И назвал этот город в честь императора Тиберия. And that became his capital. И тогда Тибериада стала столицей его царства. Tiberias is a beautiful city. It's right on the Sea of Galilee. Это очень красивый город на Галилейском море. I have visited Tiberias. У меня была возможность видеть этот город. And it's a wonderful resort. It's where Jews go to get away from the city and enjoy the lake, the big sea of Galilee. Это сейчас курортный город, и туда евреи едут отдыхать для того, чтобы отдохнуть от городской жизни на берегу моря или озера. And Tiberius, I mean, Antipas probably didn't realize this, but by moving to the city of Tiberias, it probably actually gave him a more peaceful life than he would have had he stayed in Sepphoris. И скорее всего, Антипас сам не осознавал того факта, но именно благодаря тому, что он переехал в Тивериаду, его правление было мирным и спокойным. This was because while the city was being built, it was discovered that it was being built on the site of an ancient cemetery. А когда начали строить этот город, обнаружили, что там раньше располагалось древнее кладбище. Now, building the city on a cemetery was no problem for the Romans. А для римлян не было никаких проблем с тем, чтобы построить город на кладбище. It was no problem for Antipas, who liked to express himself as a Jewish person, but he really was not a devout Jew. Для Антипы тоже не было проблемы построить город на кладбище, хотя, с одной стороны, ему нравилось проявлять себя как еврея, но, с другой стороны, он не был благочестивым верующим. But a city built on an ancient cemetery was a problem for the Jews. Однако для евреев было непристойно строить город на кладбище. Because they considered the ground unclean, ceremonially unclean. То есть с обрядовой точки зрения эта территория, эта земля была нечистой. So the Jews would never be able to enter that city without becoming ceremonially unclean. Поэтому евреи не могли войти в этот город и при этом оставаться чистыми. Если они входят в город, значит, они нечистыми становятся. Well, the building project was too far along, and Tiberius or Antipas continued the building of the city of Tiberias. Дело в том, что уже они далеко продвинули строительство этого города, поэтому Антипа не стал прекращать строительство, а продолжил его. And when he was king or tetrarch, и когда он был тетрархом, he did not spend a lot of time in his kingdom. He stayed in his palace most of the time. Он не так много времени проводил в самом царстве непосредственно, а чаще всего находился в своем дворце. He ruled from his palace. И правил из дворца. But the Jewish people the devout Jews would not enter the city of Tiberias because it was ceremonially unclean. Но благочестивые евреи так и не стали ходить в этот город, потому что считали его нечистым. Jesus himself, who lived only about 30 kilometers away from Tiberias. Даже Иисус Христос, который жил на расстоянии 30 километров от Тивериады, never entered that city, as far as we know. Ни разу туда не входил, насколько нам известно. And so Antipas spent almost all of his reign without a great deal of contact with the people he ruled. И поэтому получилось, что Антипа провел годы своего правления, фактически не соприкасаясь с тем народом, над которым он правил. And he never met Jesus, even though Jesus lived very close. И он ни разу не видел Иисуса Христа, несмотря на то, что тот жил неподалеку. And even though he lacked popularity among the Jews, and he lived in a city where very few Jews lived because they wouldn't live in this unclean city. Несмотря на то, что Антипа был непопулярным среди евреев и вообще жил в городе, в котором было очень мало евреев. Most of the people who lived in Tiberias were Romans and Greeks. В основном люди, которые населяли Тивериаду, были греками, римлянами. But this saved Antipas from many of the conflicts with the Jews that his counterparts, his brother Archelaus and the governors faced in Judea. Однако благодаря именно этому факту Антипе удалось избежать очень многих конфликтов, которые возникали у его братьев в Иудее.
But besides being a builder, there are other ways Antipas was like his father. Кроме того, что Антипа был строителем, как его отец, он унаследовал еще некоторые черты своего отца. For example, he was a very cunning political schemer. Например, он был очень хитрым политиком. Even Jesus in the book of Luke describes him as that fox. Даже Иисус Христос в Евангелии от Луки говорит о нем, да, что говорит о нем лиса. Другими словами, он был хитрый, как лиса. However, he had some sensitivity to the people. Однако он хорошо относился к людям. And he and his people joined the people of Jerusalem in appealing to Tiberius to force Pilate to remove the shields from Rome when he took them in there. И он также принял участие в том, чтобы обратиться к Тиверию в то время, когда Понтий Пилат расположил различные щиты. То есть он участвовал в том, чтобы убрать щиты из Иерусалима. And so this incident may have been the beginning of bad relations between Herod and Pilate. И, скорее всего, вот из-за того, что он был на стороне народа, как и, получается, выступил против Понтия Пилата, отношения между Иродом, Антипой и Понтием Пилатом были не столь хорошие. And they did not associate at all with one another. Они фактически друг с другом не общались. Until they, and these bad relations went on until they met during the trial and death of Jesus, recorded in Luke 23:12. И вот эти вот плохие отношения между ними продолжались до того момента, когда им все-таки пришлось вместе встретиться. Это как раз было событие, когда судили Иисуса Христа и приговаривали его к смерти. So when you read Luke 23:12 and see that friendly encounter going on between Pilate and Antipas, it becomes very significant when you realize that they had been enemies for years before. И вот когда в Евангелии от Луки в 23 главе в 12 стихе вы читаете о том, что Антипа встречается с Понтием Пилатом, и, казалось бы, они по-дружески общаются, нужно учитывать и тот факт, что на протяжении многих лет они были во вражде. Now, another area where Antipas followed his father's example. И еще одна сфера, в которой Антипа последовал примеру своего отца. In a negative way. Естественно, отрицательные черты его он перенял. Was in his family life. Это его семейная жизнь. And he had many of the same kinds of family problems his father did. У него были такие же семейные проблемы, как и у его отца. And also his brother Archelaus, who made that marriage with Glaphyra. Мы видели это также и у его брата, в семейной жизни его брата Архилая, который женился на Глафире. Antipas' problems came from his marriage with Herodias. Проблемы Антипы начались, когда он женился на Иродиане. See, here's where things again get kind of complicated in the family line. Вот видите, здесь как раз тот момент, когда в родословии снова начинаются сложности. But consider the fact that Antipas was married to the daughter of King Aretas of the region of the Nabataeans. Вначале Антипа был женат на дочери Набатейского царя Ареты. А вот эта вот территория. And that was a marriage that was politically arranged. Этот брак был политическим. Because Herod possessed a common border with the Nabataeans and a very large area here in the region of Perea. Потому что вот эта территория Перии, которая была под управлением Антипы, она граничила как раз на Утеи. So by marrying the daughter of the king of the Nabataeans, that ensured friendly relations along the border. И поэтому он женился на дочери царя Ареты, чтобы поддерживать дружеские отношения с соседним государством. But it is questionable how much Antipas really loved that wife. Конечно, сомнительно, что Антипа любил свою жену. The woman he loved.
А женщину, которую он на самом деле любил, was married to his half-brother. Была уже замужем за его сводным братом. Now, if you look at the family chart of Herod, а если вот посмотреть на родословие Ирода, you will notice that he has two sons by the name of Philip. То вы увидите, что у Ирода было два сына, которых звали Филипп. This is what gets confusing here. И вот иногда у людей путаница начинается именно вот в этом. And Herod also had two wives by the name of Mariamne. У Ирода также было две жены, которых звали Мариамни. So they're often referred to as Mariamne 1 and Mariamne 2. Поэтому и приходится их называть одну Мариамни 1, другую Мариамни 2. Well, Mariamne 2 had a son through Herod, and they named him Philip. А вот у Мариамни 2 от Ирода родился сын, которого назвали Филипп. And that's not the same as the Philip who became the tetrarch. In the Transjordan area. Но это не тот Филипп, который стал тетрархом в Трансиордании, вот здесь на севере. Это не этот. This Philip was the son of Herod's wife Cleopatra. Потому что этот Филипп, который был тетрархом, был сыном от Клеопатры. Okay. You got it? You're following so far? Теперь вот понятно, да, кто есть кто? Now, Philip, the son of Herod and Mariamne. Итак, с одной стороны у нас есть Филипп, который был сыном Ирода и Мариамни II. Was married to Herodias. А вот этот Филипп женился на Иродиаде. Who was actually a cousin. The Herodias. Yeah. А она была ему двоюродной сестрой. Because she, as we'll see later, was the sister of Herod Agrippa of the next generation of Herods. Потом мы с вами увидим, что Иродиада была сестрой Ирода Агриппы, то есть второго поколения Ирода. That we read about in the book of Acts. А в Деяниях мы как раз об этом читаем. Okay. Mm-hmm. But Herod the son of Mariamne was married to Herodias. А вот запомните, что Филипп, который был сыном от Мариамни II, был женат на Иродиаде. They had a daughter. У них была дочь. They named her Salome. Её звали Соломия. Then when Herodias and Antipas started having an affair with one another and were in love with each other. А когда вот завязался такой любовный роман между Антипой и Иродиадой? Antipas convinced Herodias to divorce Antipas' half-brother Philip. А тогда Антипа настоял на том, чтобы Иродиада развелась с его сводным братом, то есть развелась с Филиппом. No such thing as brotherly love in that family. А в этой семье такого понятия, как братская любовь, скорее всего, не существовало. And then Antipas divorced his wife. А Антипа сам разводится со своей женой. And he and Herodias were married. И теперь поженились Иродиада и Антипа. С дочерью Тиарету он разводится. Да. And think of all the negative results that came out. Представьте, какие были последствия в результате вот этого брака. Сколько негативных последствий. For one thing, it raised the anger of the Jews because they didn't approve of an illegal marriage. Как всегда, евреи взбунтовались, потому что это был незаконный брак. Secondly, it created a lot of problems for Antipas and the king of the Nabataeans because now they had a lot of border fighting going on because the Nabatean king was angry with him for him divorcing his daughter. Во-вторых, естественно, что царь Навутейский Арета очень разозлился на то, что Антипа развелся с его дочерью, и естественно, что очень много столкновений было на границе его царства и Перии. But his biggest problem. Но самая большая проблема. Came from the strong denunciations that came from John the Baptist. Самая большая проблема возникла в результате того, что очень открыто Иоанн Креститель обличал их поведение. And John the Baptist, who was highly respected as a prophet in the wilderness. А Иоанна Крестителя очень высоко ценили и уважали как пророка в пустыне. Openly condemned the marriage between Antipas and Herodias. Он не побоялся обличить незаконность брака между Антипой и Иродиадой. And Herod, of course, was a suspicious kind of guy. Superstitious. Что Ирод был несколько суеверным. And he was plagued by John the Baptist's statements.
И его мучило вот то утверждение, которое, то обличение, которое использовал Иоанн Креститель. He was actually very fearful of John the Baptist. Он даже несколько боялся Иоанна Крестителя. And yet Herodias wasn't fearful of John the Baptist. Однако Иродиада его нисколечко не боялась. She was angry with John the Baptist. Она только злилась на него. She wanted John the Baptist killed. Поэтому хотела, чтобы Иоанна Крестителя убили. Antipas would not kill John the Baptist. Естественно, что Антипа не стал бы приказывать его казнить. Because he was afraid that the spirit of John the Baptist would come back and haunt him. А потому что он боялся, что дух Иоанна Крестителя будет преследовать его всю жизнь. Mm-hmm. So he allowed John the Baptist to live. Поэтому он хотел, чтобы Иоанн Креститель был жив. But then through a scheme, Herodias, as we know the story so well. А мы хорошо с вами знаем ту историю, в которой рассказывается, как Иродиада все ловко придумала. Had her daughter Salome. А когда попросила свою дочь Саломею. Dance before King Herod at a great feast. А исполнить танец перед Иродом во время праздника и пиршества. My guess is that this was not a wholesome, nice young woman dancing. И я думаю, что вот у меня такое вот подозрение, что этот танец не был танцем скромной молодой девушки. And of course, as she danced, и вот когда она танцевала, Herod Antipas was greatly impressed. Под впечатлением оказался Ирод Антипа. And when he finished, и когда she вот, finished, когда танец закончился, he said to her, "I'm so pleased. I'll give you anything you want, up to half of my kingdom." И он сказал, что настолько мне понравился твой танец, что все тебе дам, даже половину царства дам. And of course, he made that as a public statement, so he had to do what he promised. И естественно, что он сказал об этом вслух в присутствии свидетелей, и ему бы пришлось держать свое слово. And probably with the advanced prompting of her mother. И естественно, что мама предупредила заранее, что должна была отвечать на эти слова дочь. Probably not even realizing what she was asking. Возможно, даже Саломея не очень-то и понимала, зачем ей нужно было такую просьбу высказывать и обращаться к своему отчиму с ней. She asked for the head of John the Baptist. Она попросила голову Иоанна Крестителя. Well, Herod had made this public this public statement. А так как Ирод публично обещал выполнить ее желание, and so he had to do what he promised. А ему пришлось исполнить слово, сдержать слово. And so he had John the Baptist beheaded. И вот именно из-за этого и был казнен Иоанн Креститель. And that problem of that execution haunted him for a long time. Однако еще очень долго сам вот тот факт, что он казнил Иоанна Крестителя, преследовал его. In fact, when Herod began to hear the stories about Christ and his teachings, когда Ирод начал слышать о том, что появился Иисус Христос с новым учением, he became very fearful. Он еще больше испугался. Because he was afraid that Jesus was the ghost of John the Baptist returned. Потому что он думал, что вернулся дух Иоанна Крестителя, и вот в таком виде, в виде Иисуса Христа, пришел, чтобы преследовать его. But Herod went on and lived the remainder of his life with Herodias. Однако, несмотря на это, Ирод Антипа всю свою жизнь прожил с Иродиадой. She was a very ambitious woman for her husband. Она была очень честолюбивой женщиной и также хотела, чтобы и ее муж продвигался. But we have to give her credit. Мы должны оценить некоторые ее достоинства. She stayed with him until the end, as we know. Насколько нам известно, она его так и не бросила, она с ним была до конца. But his downfall ultimately came as a result of the urgings of his wife. Однако несчастья Антипы все-таки были из-за того, что она так многого хотела для своего мужа. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. You see, after he had been ruling for over 40 years as a tetrarch in Galilee. Уже после того, как он 40 лет правил в Галилее в качестве тетрарха, his brother Philip
его брат Филипп died. Умирает брат Филипп. And Caligula, who was now the emperor in Rome, а теперь императором в Риме был Калигула, gave the rule of this region to Antipas' brother-in-law, whose name was Agrippa. Отдает вот эту территорию Агриппе, который был братом его жены. We'll talk in more detail about that tomorrow. Завтра мы будем подробнее говорить об этом. But Agrippa, of course, was the brother to Herodias. То есть Агриппа был братом Иродиады. But when Caligula appointed Agrippa the ruler of the former tetrarchy of Philip. А после того, как Калигула отдал территорию, где раньше правил в качестве тетрарха Филипп, отдал эту территорию Агриппе. He actually made him a king. Он его назначил фактически царем, не тетрархом, а царем. Агриппу, да? Да, Агриппу назначил. Now, of course, that made Herodias really angry. Естественно, что Иродиада разозлилась. And it didn't make Antipas very happy either, because he hated Agrippa. They had a terrible relationship. Естественно, что Антипа тоже разозлился, потому что у него не очень хорошие были отношения с Агриппой, и они ненавидели друг друга. In fact, Agrippa lived with Antipas and Herodias for a while, and it got to be so bad that Antipas finally had to kick him out and say, "Get away from me! You can't live here anymore." They hated each other so much. Какое-то время Агриппа даже жил во дворце с Антипой и Иродиадой, но настолько были у них отношения плохие, что Антипе пришлось фактически выгнать Агриппу, и он сказал: "Убирайся отсюда, жить с тобой не могу." So try to picture Herodias here. Вот представьте вот такая вот обстановка, и Иродиада узнает об этом повышении своего брата. She hears that her brother is appointed king of Теперь ее брат становится царем в Трансиордании. And she said, "I can't believe this." И она говорит: "Поверить не могу. How can they do this to us? Как они могут так с нами поступить?" My husband has served for 43 years as a tetrarch. Мой муж уже 43 года какой-то тетрарх. And now my brother moves in and he's two ranks higher than him as a king immediately. А мой брат на два уровня выше, сразу царем стал. That's not fair. Это несправедливо. If anybody should be a king, it should be Antipas. Если кто-то и достоин быть царем, так это Антипа. So she goes to Antipas and says, "Why don't you appeal to Emperor Caligula and see if he'll raise you to the level of a king?" А тогда она идет к своему мужу и говорит: "Почему бы и тебе не обратиться к Калигуле? Может быть, он и тебя царем назначит." Of course, Caligula knows nothing about Antipas. Естественно, что Калигула ничего об Антипе не знает. But he does know Agrippa well, because they grew up together. They were childhood friends. Но Агриппу он хорошо знал. Они вместе с детства росли и были друзьями. So what does Caligula do? Что же делает Калигула? He goes to his friend and Agrippa. А он обращается к своему другу Агриппе. He says, "Agrippa, your brother-in-law wants to be a king." А он говорит: "Слушай, Агриппа, тут твой шурин хочет царем стать." What do you think we should do? Как ты думаешь, что нам сделать? What did Agrippa do? Что бы посоветовал ему Агриппа? What any hateful brother-in-law would do, right? Он посоветует то, что любой шурин, который ненавидит, сделает по отношению. He said, "Don't you dare make him a king." Я говорю: "Ни за что его царем не делай." He's worthless. Он вообще ничего не стоит. He shouldn't even be tetrarch. Ему даже тетрарх, он даже не достоин быть тетрархом. He'll give you nothing but trouble. А у тебя будут одни проблемы из-за него. So what did Caligula do? Что же делает Калигула? He removes Antipas from the throne. Он свергает его вообще с престола, то есть даже лишает его должности тетрарха. Gives the area of Galilee and Perea to his friend Agrippa. И вот эту территорию Галилеи и Перии он добавляет своему другу Агриппе. And sends Antipas into exile. Антипу отправляет в ссылку. And Herodias was kind enough to go with him. Иродиада была достаточно доброй и отправилась вместе с ним. Probably at their age, what's the use? She probably couldn't persuade another king to marry her. Тем более, что в ее возрасте она бы уже не смогла заставить другого царя жениться на себе. So that was the end of Antipas. Вот таким образом закончилось правление Антипы.